Друзья, всем огромный привет! Сегодня хочу показать вам вот такое мое приобретение, которое давным-давно хотел приобрести, и наконец-таки моя мечта сбылась. Это инверторный плазменный резак Risanto IPR-40. Я когда-то учился на газоэлектросварщика, и мне приходилось работать еще с кислородом, да, резать металл. В этот раз я решил себе приобрести вот такой аппарат для резки металла. Что же он себя представляет? Это 40-амперный аппарат с регулировкой мощности. От 15 до 40. В задней части у нас установлен манометр, который можно регулировать плюс-минус рабочее давление. Должно быть не меньше 0,4 мегапаскалей рабочее давление, которое можно вот просто регулировать туда-сюда, плюс-минус. Подключение компрессора. Я так понимаю, что здесь установлен влагоотделитель. Все-таки, ну, в моем понимании, что это он. Если не прав, поправьте. И кнопка включения. Также установлен в задней части вентилятор. Вот я, видите, включил его. Вентилятор сразу заработал. Огромный прорезиненный шланг сжатого воздуха, который, по моему мнению, наверное, метра 3-3,5. Несъемная масса, которая встроена в корпус. Мягкий, гибкий кабель, который не деформируется. Сам резачок с соплом. Защита от включения. Просто так, чтобы не включить. Нажимается. Начинает работать при нажатии кнопки. Так, ну еще раз повторюсь. Рабочий входящий ток от 15 до 40 ампер. Производитель заявляет, что максимальная толщина металла, которую может прорезать, 16 мм. 12 мм сталь листовая, 7 мм нержавейка и 6 мм алюминий. Индикаторы у нас показывают. Зеленый, когда горит, это включенное питание. Желтый, это в процессе резки. И красный, если загорится, то это перегрев в защите. То есть отключится его питание. Но не забывайте, к такому аппарату нужен компрессор с производительностью 200 литров в минуту. И объем компрессора, чтобы был бак не менее 50 литров. Весит этот аппарат 8,7 килограмма. Попробуем, как он себя поведет в работе. Добавим давление, потому что рабочее должно быть не менее 4 мегапаскалей. Это первый раз, ребят, так что не обессудьте, как смогу, так смогу. Как видите, даже для первого раза неплохо. Необходимо вырезать посередине. Как видите, в отпуске охлаждение идет после резки. Можно отключить его. Слушайте, аппарат кайфовый вообще. Вообще кайф, ребята. Я, конечно, работал когда-то на резаке, но это вообще кайф. Даже новичок справится. Вот я вот, как бы, да, первый раз такой аппарат держу в руках, но мне прям кайф, мне хочется резать и резать. Так, друзья, ну еще заявляют, что можно пилить алюминий. Я вот в таком прям в ПВХ-пленке. Сейчас попробуем. Ну просто он кривой, неудобно резать. А так, как видите, алюминий тоже режет, да? Попробуем отрезать трубу. Самому интересно. Ну, только руку набить надо, а так четко. И попробуем с вами рессорину. Восьмерка, наверное. Ну, просто ради интереса. Вообще
вообще на ура! На ура! Друзья, как видите, справляется прям на ура с толстенным металлом. Толще металла нет у меня, попробовать. А сталь можно сбить. Сколько вы потратили бы времени отрезать такие кусочки металла болгаркой? Замучились. Я прям доволен. Друзья, в общем, вот такой вот аппарат я прям советую. Я не знаю, откуда взялось такое выражение «доволен как слон», но я реально доволен как слон. Я доволен данным аппаратом и вам, конечно же, советую. Если вы хотите приобрести данный аппарат, то можно получить 10% скидку по промокоду «Делай сам». Конечно же, оставлю промокодик в описании под роликом. Вам же хочу сказать огромное спасибо, что смотрите меня, что поддерживаете. Вам же и вашим близким крепкого-крепкого здоровья, мирного неба над головой. И всего-всего самого хорошего. Ну а сегодня я с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока-пока.